Нашла меня? Недурно, волшебница. Но меня ты не одолеешь. Я повелевала тобой еще до нашей встречи. Повелеваю и сейчас. Покинь Искор. Thank you.
Нашла меня? Недурно, волшебница. Но меня ты не одолеешь. Я повелевала тобой еще до нашей встречи. Повелеваю и сейчас. Покинь Искор! Как самонадеянно. Неужели думаешь одолеть саму дочь Ирода? Да хоть дочь самого окаянного!
Нашла меня? Недурного, но меня... Я повелевала тобой еще до нашей встречи. Повелеваю сейчас. Покинь Искор.
как самонадеян. Неужели думаешь одолеть саму дочь Ирода? Да хоть дочь самого окаянного! Договоримся. Дедушка говорил мне о твоем коварстве. Меня не одурачишь. Лихорадка исчезла. Она не потревожит Искор в ближайшие годы. К сожалению, эту болезнь изгнать навечно очень сложно, как и любых древних бесов. Дождавшись ночи, вы, скрипя сердце, набираете у жертв Соломии жира на свечи для обряда. Мертвецам он все равно уже не понадобится. Я догнала эту лихоманку. Несколько заговоров, и все. Конец ей, бесовскому отродью. Ну, лихо ты с черномазией-то обращаться стала, Василиса. Не зря учил. Да только не такая я еще сильная, как ты, дедушка. Ну, это покуда никому не ведомо. Что искать будешь?
Церковным ножом сторож наш какую-то векшицу приезжую убил, прямо у паперти. Его в полицию забрали, в Чердынь, где этот нож тоже никому не известно. Никифорыч уже давно это умом поехал, как жены не стало. Мне он добрым мужиком-то казался всегда. А ты давно ли с ним виделась? Сейчас, видать, от старости совсем из ума выбился. Вот и пошел по косой-то дорожке. Да и добраться до него опять же. Думаю, полиция его держит в уездном управлении. Ну, казенка там у них временная. Если еще не отправили на каторгу какую-то. Надеюсь, там он. Если нет, как мы этот нож разыщем? Да и из другой церкви-то может не подойти, сама понимаешь. Ну, за дело. Придумаю что-нибудь. Послушай, Василиса, пора мне от тебя улетать. Не могу в людских норах больше жить. А я думала, поможешь мне печать это открыть. Как? Ладно, помогу. Ну а ты мне помоги своей роще обзавестись. Я летал по округе, приглядел одну на севере. Нет там хозяина лешего, нет! Поможешь мне в ней поселиться? Я тебе с книгой помогу. Кар, кар! Помогу, если лес-то недалеко. Да тут, в округе. Пойдем, полетели! Погоди, у меня ни крыльев, ни мази купальской пока что нету. Догоняй!
Встречные крестьяне снимают шапку и кланяются, заметив ваше приближение. В Симоновском поселении уважают как деда Егора, так теперь и вас. Особенно после того, как старый наставник прогнал икоту сразу у трех ребятишек, на которых давно махнули рукой приглашенные доктора. Под низким деревянным потолком часовни вьются пары ладана. Здесь жарко и неуютно. Вы вздрагиваете, когда к вам обращается сидящая в углу старушка. К вашему удивлению, она благословляет вас и советует не бояться нечисти. Мол, лешего в этих краях не видели давно, хотя раньше он водил неосторожных путников. Напоив вас чаем и дав несколько кренделей в дорогу, крестьяне жалуются на очередное несчастье. Пропал старый охотник, и они отчаялись выпросить его назад у лешего. Одному из мужиков являлась неясная тень возле реки Цидовки, но от страха он не разобрал, то ли это был пропавший охотник, то ли блазни нечистой силы. Thank you.
Карнаж ведет вас вдоль мертвецки тихой реки. Нетерпеливый ворон перескакивает с ветки на ветку и зовет вас быстрее продолжить путь к намеченной им роще. Вы тревожно оглядываетесь по сторонам, но вокруг тишина. Чуешь нечистого? Чуешь? Нет, не похоже, что тут есть бесы, кроме тебя. Ага, я не учуял. Да и в деревне вон что говорят. Странно. Старушка-то говорила, что нет лешего, а другие, что есть. Да и мужик пропал какой-то. Не все лешие в лесу шутят. Сам мужик с коряги упал и помер. Кар! Кар! Может и так. А может, ты ошибся, и хозяин тут есть. Я лешего не почуял. Не только леший хозяином бывает. Сырой туман вьется возле речки, рассеивая запах грибов и сырости. Вы вглядываетесь в молочную патоку ночи, силясь увидеть тот силуэт, про который рассказывал крестьянин. Но туман только сгущается. Вы шепчете заговор, и вам являются скрытые от взора непосвященных следы нечистого. Даже вам, далекой от охотничьего мастерства, удается понять, что произошло. Нечистые схватили крестьянина у реки и уволокли его к лесной опушке на западе. След нечистый приводит вас к старому колодцу на лесной опушке. Вы останавливаетесь, переполненная дурным предчувствием. Могильная сырость не отступает даже здесь, вдали от речных берегов. Это значит, что нежить где-то рядом и, возможно, следит за вами прямо сейчас. Едва линия круга сомкнулась, как из травы поднимаются безмолвные утопленники. Вы раскрываете книгу и начинаете составлять заговор.
След нечистый приводит вас к старому колодцу на лесной опушке. Вы останавливаетесь, переполненная дурным предчувствием. Могильная сырость не отступает даже здесь, вдали от речных берегов. Это значит, что нежить где-то рядом и, возможно, следит за вами прямо сейчас. Вы осторожно приближаетесь к старой покосившейся от времени постройке. Корныш садится на ворот. Глаз птицы горит тусклым угольком. Собравшись силами, вы смотрите вниз, и ваши ожидания оправдываются. Нечисть затолкала охотника в узкое колодезное устье. По вашей коже пробегает холодок. Обернувшись, вы видите, как из травы поднимаются безмолвные силуэты утопленников. След нечистый приводит вас к старому колодцу на лесной опушке. Вы останавливаетесь, переполненная дурным предчувствием. Могильная сырость не отступает даже здесь, вдали от речных берегов. Это значит, что нежить где-то рядом и, возможно, следит за вами прямо сейчас. Вы осторожно приближаетесь к старой покосившейся от времени постройке. Корныш садится на ворот. Глаз птицы горит тусклым угольком. Собравшись силами, вы смотрите вниз, и ваши ожидания оправдываются. Нечисть затолкала охотника в узкое колодезное устье. По вашей коже пробегает холодок. Обернувшись, вы видите, как из травы поднимаются безмолвные силуэты утопленников.
У опушки вы замечаете склонившуюся над пеньком фигуру. Странное существо что-то бормочет и почесывает в затылке. Вы замираете в нерешительности. Нечистый ли это? Василиса, здорово. Ох, чуть испуг не схватил. Ты тут кстати. Вон, глянь-ка на мою грамоту. Я все нашего отведать хочу. Ну, думаю, оставлю водки полштофа да хлеба несоленого на полотенце. Что-то да будет, ага. Грамота верно написана. Но с чего ты взял, что леший его унес? Я слышала, без хозяина у вас роща. Да уж не в некруты его увели. Да и потом видел я лешего. У Цидовки-то был. Вроде как ты стоял передо мною. Господи помилуй. Хочешь, сама сходи, раз знаткая. А как выглядел? Да как? Серый, брови кустистые, ноги толстые, как пеньки. Ну точно не леший. Это почему? Мужик заметил какого-то беса у реки. Серый, густые брови и ноги, как пеньки. Почему-то был не леший. Ноги толстые, а у лешего коневьи копыта часто. Подозрительно. Да и брови. Вот что думаю, брови раз были, значит, не лесной хозяин. Те-то даже шляпу поверх натягивают. А кто ж тогда был-то? Это уже сложно сказать. Не утопень ли? Иисусово войско! Еще такой нежити нам не хватает. Может, сейчас-то и не леший, а раньше водил. Вон какую историю-то сказывает. Ну ладно, пойду домой, в Симоново, от греха-то подальше. С крестным знамением не возьмет. Окраина рощи, которую присмотрел ваш спутник, затянута вязким туманом. Седовка растеклась сырым болотом по всей округе, раскинула свои склизкие щупальца вокруг высоких сосен и величественных елей. Идти становится все сложнее, и вот впереди возникает, на первый взгляд, непролазная топь. Ворон взмывает в воздух и осматривает окрестности. Он советует идти прямо, поскольку болото растянулось на значительное расстояние.
Вы чувствуете нетерпение Карныша. Он перескакивает с ветки на ветку, торопясь добраться до центра леса, до матицы, самой глухой чащи. Вам интересно узнать, что за обряд будет проводить ваш пернатый спутник. Вы с трудом пробираетесь через колючие еловые ветви и, наконец, достигаете самого древнего дерева. Старая ель, центр рощи, чуть покосилась, а ее корни увязли в болотной сырости. У ее подножия вас ждет необычная встреча. Водяные! Нечисть какая-то с той девкой. Ну, а я что говорил? Эх ты! Опять вы! Прочь, сила нечистая! Сама иди прочь! Чё, не видишь ли, чё ли? Лес принадлежит Бакулю! Ага! Ваш хозяин мне не указ. Лес не принадлежит водяным, нет! Нет! Лес был ничейный, а теперь наш. Мы первые тут были. А ну вон, пока я вас сама не прогнала. Ты нам не указывай. Погоди, погоди, братишка. Эх, колдунья, а я-то думал, ты... Человек слова, чужое не отбираешь. Ну да ладно, я не злобливый. Может, договоримся, а? У нас тут клад есть старый, с монетами золотыми. Так ведь? Ага. Так вот, мы тебе его приволочем, а ты... Иди со своей пташкой отседова. О как! Знаю я ваши клады. Чешую да лягушек надаете. Нет, тут без обмана. Да хоть сама проверишь. Не нужны мне ваши подачки. Я вас прогоню хотя бы за то, что вы крестьянам местным жить не даете. И тут порядки в Акуле наводите. Ну, ты еще пожалеешь. Ага, пожалеешь. Thank you.
Вы чувствуете нетерпение Карныша. Он перескакивает с ветки на ветку, торопясь добраться до центра леса, до матицы, самой глухой чащи. Вам интересно узнать, что за обряд будет проводить ваш пернатый спутник. Вы с трудом пробираетесь через колючие еловые ветви и, наконец, достигаете самого древнего дерева. Когда нечистые растворяются во мраке, кажется, что могильная сырость начинает отступать от сердца леса. Карныш благодарит вас и начинает бормотать что-то на незнакомом вам лишачьем наречии. Через секунду он и сам преображается.
Ну вот я и сам хозяин своей рощи. Гляди, как я теперь могу. Кажется, твоя воронья речь в хохот переросла. Так уж мы говорим. Так проще открывать ворота между мирами. Что теперь? Будешь свой лес обустраивать? Ну нет, Василиса. Я тебе помогу с твоей книгой. Мне это тоже пригодится. Глядишь, потом другой колдунье сам печать открою. А насчет леса не беспокойся. В рощу с хозяином водяные не сунутся. Особенно после того, как ты их спровадила. Не успеваете вы оглянуться, как новоявленный леший возвращает себе привычный облик. Ну давай в путь собираться, в путь! Я теперь тебе еще лучше пригожусь!